Андреа Аней из Румынии. Трехкратная чемпионка Европы среди юниорок. Это спортсменки 20 лет. В 2011, 2012 и 2013 годах она выигрывала европейское первенство юниорское. Ну а теперь взрослые соревнования. Неплохо. 106 килограммов. На килограммчик больше, чем спортсменка из Греции, она заявила. Почему? Потому что она тяжелее гречанки почти на 20 килограммов.